Слушай, маги как себя чувствуют по ВП хоть как-то? В ПВП жесткий прокаст в начале. Есть сейф, есть инвиз. В принципе, антикласс некр могут подловить войны. Паладины, если за контроля, тоже, скорее всего, смерть. Но очень жесткий прокаст. Очень жесткий прокаст. Это... Ладно, попробую. Хер с ним. Может быть, получится. Может и нет. Если нет, то хер с ним. Ничего страшного. Все равно через несколько недель. Ну, если что, на следующей неделе просто выиграем где что-нибудь. Все, я тебе также денег займу, если у меня останется. Да не, я не буду так делать. Забей. Мне проще подождать. А, из-за рамбоузов челик. Все, я могу с ним спокойно конкурировать. Там, по-моему, сейчас проблемы какие-то. Даже с гильдией свои проблемы. Но это все, конечно, слухи. Может быть. Смысл перед ребалансом менять класс или давно вы еще дофига времени? Я на барде, я на барде, чувак. По поводу ребаланса никаких анонсов даже не было. Вообще наплевать. Если ты считаешь чужие деньги, нет, спасибо, не надо считать чужие деньги. Почему инженер так дорого стоит? Потому что это единственный саппорт в игре. Нормальный. Привет, Рома. Типа, кроме инженера, по сути, некому саппить. Бард, конечно, умеет сапить, но он сосет в этом плане. Нет, конечно, будет рафон в очко, если я магом стану. Так ты, по-моему, был же магом. Я магом, да, я на фришке играл. Да, я плюс-минус помню, что это такое, но, блин. Я лучше поменяю потом на паладина при первом возможном. Ну, хотя посмотрим. Не, ну, всяко лучше быть магом долбанным, чем бардом. Лучше быть любым, кроме барда, блин. Кем угодно, кто угодно лучше, чем бард. Вообще любой класс, абсолютно. Ну, сейчас, к сожалению, так оно и есть. Какой курс сейчас? Курс чего? К чему? Если ты про выпечку на нитке, то дешевле стадии стин не найдешь нигде. Ну, мне так говорили, что дешевле стадии стин не найти. Ну, по факту так и получается. Ну да, по 120, в принципе, продают хорошие люди. А, курс кри, без понятия. Это не судьбы, чувак. Мы о таких вещах вообще не думаем. Зачем кристаллы, когда есть фанпэй, говорится? Не-не-не, ты неправильно говоришь. Зачем вам, ребята, обменник, когда есть гудилс? Да-да-да, совершенно верно, да, гудилс. Он, правда, уже давно не работает, ну ладно. Ну, не важно, да. Да. На нитке людей больше, чем на наследии багов. Возможно. Нитка то, пацаны, все на нитку. Зачем донатить? Да. Если можно здесь донатить. Не, на самом деле, как бы, тут донат, он идет не мейлу. Это уже, как бы... Согласен. Я волшебник! Мне пришло письмо из Хогвартса! Капец, я покажу это, конечно. Мама, мама, я волшебник. Нормально, нормально делает. Фортожопы. За сколько взял, получается? За 2600. Нормально, нормально. Это недорого. Это вообще недорого. Мама, мама, мне пришло письмо из Хогвартса. 10 секунд. А где там пишется по секундам-то? Я предполагаю, Филин, okay. Я предполагаю. Окей. Okay. Ты выкупишь это говно всего за 4 ляма, я в тебя верю. Я очень сильно надеюсь. Сука, да почему? Почему? Где еще? Я не понял, блин. Ни письма, ничего. Еще ждать надо. Жди. Еще не прошло. Оно продлится, есть. Если что. Кажись, есть. Или да, нет. Да, есть! Грац! Оно продлилось. Наконец-то, господи, боже мой. Грац.
Спасибо большое, спасибо большое. Всего за 4,2 ляма купил Некро, вот просто... Это дешман, объективно. Ну это, наверное, люди... Знаешь, почему сейчас дешево? Потому что относительно недавно еще эти были коллекционки. Да-да-да. Там на прошлой неделе, господи, инженер за 2 ляма ушел. За 2 ляма инженер ушел, понимаешь? Да, цепот. Да, понимаю. Нет, я согласен, блин. Так, ладно, надо чё? Чё, ребрендиться сейчас будем, его подожжём? Мама, мне пришло письмо из Хогвартса, я волшебник. Я про силтанги не говорил, но плевать. У меня есть волшебная палочка, я запихну ее себе в жопу и буду колдовать. Так, ладно. Все, давайте. Надо ритролиться. О, смотрите, какой я красивый теперь. О, я могу стать Оэдом, я могу стать Фурией, я могу стать эльфом, я могу стать конницем. Я склоняюсь к эльфу, а ты что думаешь на этот счет? Йольф. Так, ну что, я думаю, педа эльфа или конница? Мы не одобряем. То есть конец. Мы не одобряем выражение, а насчет расы, как бы, как хотите, сударь. Но я, наверное, буду брать эльфа все-таки. Не знаю. Или ну, можно Эда, кстати, взять. Очень прикол. Тебе везет, мне недоступно. У некров нет такого. А Эд, Фури или эльф? Коница я брать не буду, но его нахрен. Я не бутылку, у меня нету таких вот предрассудков. Коница стрёмно, сори. Да не, нормальный, тянки там вполне себе. Не, ну, у меня тянку... Ну, я могу, конечно, сделать тянку. Ну, тянка с ником. Я ганкраузер. Плохое впечатление подформировать у людей. Как будто у меня раздвоение личности. Внутри девочка, и мне 13. А, господи, пацаны, ну вы чё, ЛГБТ-сила, гетеросексуалы, обоссанные могила, точно, я совсем забыл. Значит, Эль, всё, поехали. Сейчас максимально брутальный. О, как Серёжа Зверев, йоу. Так. Простите, пожалуйста. Так, мне нужны максимально длинные волосы. Вот так вот. Обязательно розовые волосы. Обязательно. Ярко-розовые. Примерно так, кстати, выглядел мой первый эльф. То есть я сам, ну, мой первый мейн был конец вар, а моим вторым мейном был эльф жрец, типа кайф. Хуп. Ну, жрецы на 3-0. На 2-0. По-моему, еще так играли. На 2-0. На 2-0 вообще смерть. На 2-0 бегают. Нет, на 2-0 это было уже после того, как ввели аспекты. После того, как ввели аспекты, они уже, к сожалению, были. Ну, они были хороши, но они были такими средненькими. А, там же, да, аспект, ярости. До аспекта они дамажили и хилили одновременно, им было по кайфу. А потом ввели аспект ярости, исцеления, там, и все. И все скатилось. Ну, не скатилось, но стало грустно. Нет, ну не было бы этой дороги. Ля, тут... Они бы сейчас не доперли до этих аспектов. Эти гады билд распределили тут автоматом как-то зачем-то. Вот гады. Ой, мама, я волшебник. Нет, сына, ты идиот. Так, я очень и надеюсь, что у нас есть хороший гайд на форуме по магам. Да по-любому есть. Ну или хотя бы ссылка на что-то. Садись на поезд до вашей волшебной школы магии ГД, там вас встретит Хагрид Погром и проводит до директора Дамблдора, я забыл имя предпоследнего босса. Этот Гурлуксор, да. Волшебник АК магистр 10-0. Ну, наверное, он толком не изменился. Что делать в АН? В начале боя нажимать лиди. О, тут даже. Тут ротация есть! For real? Полный. Это жесть. Это слишком изи. Базар. Не, на самом деле ротация на большинстве... Я почти все гайды, почти на все классы смотрел, потому что сливал их там всем подряд. Mm-hmm. Да, я такой вот, я злой человек. И там почти везде ротация прописана, мало где ее не, она не прописана. Тем более, вот я тебе скидывал видео по лучнику, там тоже была ротация. Там тоже все рассказывалось, объяснялось, поэтому да, тут... Это факт. Не, кстати, доступно объяснил.
Ну, это не ЗО, так что такая себе история. Но все равно доступно объяснено было, что и как делать. Поколдовать нельзя, мне поколдовать нельзя. К сожалению, вне Хогвартса до диплома нельзя колдовать. For you.